Комментарий. Вы не учитываете возраст, возрастные изменения. Если человек с укороченной севшей в кавычках шеей, остеохондрозом, плечелопатным полиартритом будет делать так, ему станет значительно хуже и может стать даже смертельным. Очень часто врачи пишут и делают, они как делают? Они говорят, вот у вас все плохо, но давайте мы вам немножко сгладим. То есть мы сделаем какие-то там обезболивающие, какие-то капельницы, что-то. Вроде как замазали, заглушили и все. И человек, я полечился. Нет, друг, ты не полечился, ты заглушил боль. И каждый из вас знает такую фразу, любое выздоровление начинается через обострение. Самое главное в любых упражнениях, абсолютно в любых упражнениях, это основа основ, не делать все резко, сильно, быстро, максимально. То есть, если человек приходит в спортзал, он не берет штангу 200 кг и не начинает ее толкать, потому что его сломает пополам. То есть, он берет гриф от штанги и начинает, даже еще до грифа, он берет какую-нибудь там деревянную палочку и делает с ней какие-то движения. Только потом ему дают там гриф навешивают там по 5 кг, потом по 10 и так далее. Поэтому, когда вы, допустим, хотите научиться делать повороты глубокие, не надо сразу тянуть шею прям в максимум, стремясь за мной там или за другим каким-то специалистом. Потому что мы с нашими шеями работаем уже очень-очень давно. То есть, если у вас есть болячка, не двигаться – это не вариант. То есть, надо работать на минималочках. То есть, если вам нужно, допустим, даже закинуть голову назад, то не обязательно делать это сразу максимум. То есть, вы ведете голову и чувствуете, что ну все, стопор, дальше невозможно. И вы начинаете в этом положении немножко подкачивать голову, допустим. Или, допустим, вы начинаете ее поворачивать, дальше она не идет, и вы немножечко, чуть-чуть, даете движение. После этого вы чувствуете, что прошло некое напряжение или, наоборот, облегчение. Самое главное в упражнениях – это регулярность. То есть не надо их делать много, их надо делать регулярно, по чуть-чуть, стремясь к кайфу после упражнений, а не к тому, что вы поделали и хотите умереть после этого. Не спешите.